Да, чуваки, с вами стоя Калжак, с вами продолжаем играть. Сэдэфэйч ремейк. Короче, отключаем все читы. Играем поначалу по-честному, а потом... Если будет тупняк, то буду включать читы. А, да. Мне выпало вообще идеально просто. Раз, два, три, четыре. Очень сложный. Одна жизнь. И будет очень все быстро происходить. Ну или нет. Так, что там еще? Параметры видео. Нет. Вот, последний вздох. Важно. Футбол, собака, ты, сука, и русская. Да, один игрок. Мистер Икс, что самое интересное. Получается, вот этот вот режим выбираем. Это типа третья часть. Ой-ой. Да, автомат это не преимущество, потому что, блин, если у тебя одна жизнь и от выстрелов у тебя может даже жизнь отнять, это такое себе. Да, и будет, вот что будет, если я его вызываю. Ты ожидаешь, что я вызову полицию? Ха-ха-ха. То есть вызывать полицию вообще нет смысла. О, нет. Вот, к счастью, тут мистер Икс просто берет оружие и сразу кидает его. Это не я так делал, он сам это делает. Все. Он танцы сейчас. Да. Вот уже чекпоинт, так сказать. Тут нигде нету секретных жизней, насколько я помню. Я просто чего-то не знаю.
Как-то они с отставанием, по-моему, немного умирают. Ну, скорее всего, да, так и есть. О, мне жизнь куда лет, хорошо. Лишние жизни тут не помешают, факт. О, курочка. Ай-яй-яй. Все патроны мимо. Ого. Там, по-моему, яблоко. Вот не точно. Так, вот он. Эш. Выходит. Не Эш, который из Пикачу. Не Эш. На. А! Эй! Я знаю, как это делать. Хорошо, что он мне со спины еще кинул. Что если у меня... Так. Ах ты ж, вот так вот он делает. Это плохо. Он пидорас, по факту. Одевается в такую одежду. И умирает, как баба. Ну, в смысле, кричит, как баба, когда вы победили. Такую улицу я сохраню на самые лучшие времена. А, не знаю, надо просто херачить и все. Кидать их через себя не факт, они... Это без понту, потому что они... Ладно, беру курицу. Угу. То есть их хватать за мистера Икса вообще не вариант. Потому что он их кидает через себя каждый раз. Угу. А вот видите? Они встают каждый раз. То есть их через себя кидать вообще не вариант тут. Да блин, что же он их хватает-то? Хотя один есть вариантик. Прыгнуть. Вот захват сделал и прыгнул. Урон они вообще мне мало наносят. Ах ты ж падла! Вот и минус жизнь. Заебись. Так одну сделал, да хорош прыгать вокруг меня. Так вот. Я нашел это одно из них. Это адрес на другом краю города.
Давайте проверим его. Мы сможем использовать те байки снаружи. Поскольку там, тем панкам, они больше не нужны. Блин, кто мне звонит? Ладно. Да. Да, быстрее говори. Нормально все. У меня уже записку его. Видео. Никто не звонил. В среду, завтра, не знаю насчет результата, да. Угу, пока. Так а что, сколько времени прошло? Один из минут. Угу. Нет, это неинтересный. Нахрен идешь? Тут бочки у него взялись. Все же выкинул, последние. Ох ты, как жизнь кину пополняются. Ты понял? Да, стрелять он не сможет из машины. Все, когда этот джетпакер кидает гранаты, все, это финал. Мы поехали, а этот придурок врезался. Вот и все. А, ну собственно. Что? Да нет! Чуваки, это. Это вторая часть опять? Да нет! Тут не вечерами вторую надо будет проходить. Это же неправильно. Смотрите, что дальше будет. И что, опять не по той стороне пошел? Да нет. Это опять вторая часть пошла. Я не буду вторую часть походу реально вторая часть. Да нет, че забыл про это.
Так, этого одного завалил, хорошо. И меня завалили. Вот один конт пошел. Все. Вы должно быть шутите, это реально третья часть, то есть это рай наоборот. Да нет. Не. Тогда я так пойду. Все, пойдем тогда этим путем. Все. Чтобы не повторяться, блин. О нет, только не эти. В сторону. Убью нафиг, если будете мешать мне. Безмозглые животные вы! Я просто пытаюсь вам помочь. Тихо! Все, они вместе. Хоть один раз их спас. Пускай сам мозговоносящего мозга. Меня сейчас убьют. Ну конечно. Последний конт. Блин, зря. А нет, не зря. А я прошел миссию и даже не заметил, сколько у меня времени прошло. Вот это посмотреть. 21 минуту, ничего, пойдем. Дальше.
Но Ниндзюка самый сложный противник. О нет! Особенно с этими оружиями, блин. Заходим в этот. Тут надо будет очень быть осторожным. Тут будет... Вот сейчас поезд поехал. То есть, фургон, я не знаю, что это такое за херня. Поезд там, короче, какая-то херня едет. Молодец, на своего же кинул. Не, надо их... Вот суки-то. Кто-то умный, кто-то тупой, когда эта херня подъезжает. О, нет, вот и все. Но вы же не думаете, что это на этом все? Конечно, нет. Я прям с этого момента буду продолжать. Заработал неплохо так. Вот непонятно зачем. Я уже и так все купил. Мы будем просто покопить. Вот сейчас у меня 76 тысяч 93 монеты. Так, только еще вспомнить. Какой это уровень. Так, это третий вроде уровень. Так, если я правильно понимаю, она вот здесь. Так, тогда получается вот это вот, да. А, мы не перекрашиваем его. Так его оставляем. Так. О, ловко перепрыгнул через поезд. Хорошо. Да ты падла!
Это был финальный рубеж, все. И выход из этой подземной железнодорожной станции. Да, конечно. Нет, ненавижу эти. А почему этот не... прошел все-таки. Нет, нельзя их кидать. Сейчас сначала с этими. С китаёзами разобраться, потом уже на толстяков нападать. Тебе китаёзы не мешали, я бы тогда был, мог бы уже давно. Как ты меня заебал, китаёзы сраные. Блин, зря. А вот это заново. Нет, у меня они когда вместе, то вдвоем их сложно. Придется как-то, не знаю. Вот второй подходит и все, и кобзда. Блять, зря, ну зря же. А этот сдох тоже? А почему? Интересное кино. Допустим. У тебя это были жесткие. Угу. Некоторое время они будут неподвижны. Я удивлен, что они вообще могли двигаться. Посмотрите на их размер. Ну да. Давайте двигаться дальше. Ну. Вообще по факту вот это вот из третьей части. Но если сюда пойти, может быть, мы потом это узнаем, что там дальше. Если что, я потом этот уровень открою потом. По факту вот эта третья часть тоже. То есть это вот правый рисунок, это первый уровень третьей части. Но здесь это, они все перепутали, короче. Перепутали, но все равно играем. О, да, если мы в третьей части, то теперь толстяки вот эти вот, они уже тоже имеют весовую категорию такую, которую лучше не перебрасывать через себя. Только вот смотрите, Шива, все версии Шивы и Макс могут их перекидывать через себя. То есть вообще любые, любых врагов. Ну, я тут только толстяки тут тяжелые по факту, все остальное. Да. Для врагов это смертельно, а для ГГ нет. Хотя это похоже у нас на уровень стройки в этом, в первой части, но если тут мы упадем, то мы можем еще типа ухватиться за край.
В первой части тоже. Это ж по сути движок в третьей части. Могли бы сделать, блин, то же самое. С первым уровнем. Ну, видимо, чтобы по-честному все было. Как она меня не ранила? Все, а вот это ненавижу этот уровень. Тут можно все конты потратить. Ну, почему вам этого ублюдка тормозить? И... Ну, да, в третьей части это точно было очень трудно сделать. А в ремейке вроде как полегче. Я, вот, все равно, хотя если вовремя тормозить... Ну вот, пожалуйста, я свою силу-то потратил. В жопу, пидорас, иди. Все. Вот пожалуйста. Мне сейчас курица срочно нужна. Блять. Уже успел. Да, тут даже есть челленджи, где надо либо всех врагов убить, либо всех кинуть в яму. Связано с этим уровнем, да. Ой, блядь, зачем я прыгнул? Вот, ну, видите, вот, все. Встал обратно. Это Спарта! Пошли наложить. Опять последний конт у меня остался, блин. Хочу еще всех убить и все. О, ну здравствуйте.
Бомбы еще кидают твои. О, он зато падает, в отличие от того джетпакера, так помните? Который маску-то не одевал от ковида. Нет! Блять, все. А заново этот уровень проходить. С подниманием. Наверх. Все. 5000 все равно заработал еще. В итоге у нас 81313 монет. Ну что, продолжаем все равно. Так, это вроде четвертый был, да? Да, вот оно. Строительный лифт. Вот такую цу... Блядь! Какие же вы пидры-то все? Пидры. Ой, упал. Я молодец. Меня зажало, типа. Если я сейчас просру, чуваки, я беру какого-нибудь... Чит на бесконечный... Ну как, чтобы у меня здоровье не тратилось, когда меня убивают. Как правильно это? Короче, когда я стреляю, чтобы у меня патроны не... Ну как, здоровье, чтобы меня не тратилось, когда я стреляю. Я сейчас лишний конт потратил зазря. А я ведь знал, блядь, что у меня будет за туп. Используем какому-нибудь чит. Ну, 5000 опять заработал. Прикольно. За какие-то заслуги. Я опять 5000 заработал. 8600. 86413. Прикольно. Так, нет. Реально, выбираю какому-нибудь чит. Я не знаю, какой... Ну, оружие тут точно не к месту. Играть это тоже не то. Это тоже бред. Вот взрывоопасные враги? Может быть, но вряд ли. Почему вот это вот выбираю туда? Не туда! Нет! Вот оно.
Да блядь! Этих-то я могу так ушатать. Блядь, ты чё, охуела что ли, сучка ебаная ты? Нахуй идите, пидоры все. И шлюхи. Блин, зря! Давай, блядь! Вот так вот. Сюда нах, сюда подошел. Ну блядь, это невозможно, чуваки. Последний конт опять. Только этого осталось, смысл убить, но блядь, он сука невозможный, блядь. Неужели, блядь? Читы я не буду выключать уже, как начал. Ну вы поняли, короче, я отключу читы и все. Да блять. А, кстати, я не прочитал, что там было. Ну и хуй с ним. Мы все равно это читали до этого. Когда я еще записывал, ну, без голоса, правда. И все такое. Зинфрейдж мания. Сор мания. Да блять! Ты хуй ржешь!
О, придурки. Да хорош, блядь. Угу. Так вот. Да, блядь, ладно! Серьезно! Еще и здесь, блядь, продолжать! Ну пиздец! Ну, ноль, ноль. Потому что я с читами играю. Насрать на все эти делушки, ценности эти всякие, там монеты, часы золотые, это все бред. Блин, не надо кидать их через себя. Блин, жирный мог упасть, ну, блядь. О, oh, ноу. No. Ну ладно. Жирно, скорее всего, нельзя кидать, да? Не, теперь его можно кидать. Конфетами, правда, мало хп даст. Ну и ладно. Так, все. Короче, понятно, самолет взорвался, это было близко, то есть вертолет. Фух, я все еще цел. Извините, ребята, о поддержке золота тебе можно забыть. Зато есть автомобиль. Это имею ему. Давайте. Направимся к острову, там должен быть кто-нибудь. Это враги. И вот самый интересный, чуваки. Так. Да ты, блядь. Не, все, враги стали жесткие очень.
вот базука, и он ее кидает, мы за то, чтобы ею пользоваться, блядь. А мне ничего не дадут, да? Кроме как пиздюлей, блядь. Там был я присел, а я его не смог взять. Что дебил. Кстати, я прошел уровень, но... Я не посмотрел бы, сколько времени, блядь. 22 минуты, неплохо. Ты какая, блядь? Да блять! А, нет, тут граната. Это дальше будет. Апельсин. Вот этого врага мы не видели. Он уже бы тоже из третьей части, но, блять, я не знаю, что херня, я не по тому пути, походу, пошел. Вот он. В лодках я не поплыву, надоело. Потому что я на них не то, что не плавал. Ну да, ублюдок. Да последний удар... Всё. О, сейчас будут как чистые чуваки. А, ну, будучи мистером Иксом, вообще не заморачиваться насчет поддержки, потому что она у нас и так ее не будет. Она и так у нас не была, к нам никто не прилетал, никто нам не помогал. У него просто руки и автомат.
Больше ему ни хера не надо. Я не понял, чтобы какая-то там полиция помогала. С воздуха. Или с машины, неважно. Последний конт, если я сейчас просру, то я беру еще какой-то чит. Ты должен победить. Ну блин. Мимо, все, вот все мимо, это вообще бред. Давай! Фух! Успел. Мне еще и жизнь дали, это хорошо. Так, ну да, это относится к этой части, но... Ой, ладно, еще один уровень пройду, там... Блин, если эта часть не сохранится, будет вообще такая жопа. Оставлю то, что будет, но вы этого не узнаете, что я планировал еще что-то пройти, потому что... Да! Я попался на эту ловушку, ну и ладно. Угу. Почему вот они наступают, они не попадают на этот бред? Такая вот система у них. Честная просто. Нет. Та-та, тваль! Пидоры. О нет. Блин, повезло-то как? Нет, не повезло все-таки. Последний конт был. Ладно, после геймовера тоже смотрим на время. Собственно, да. Ну, опять идем в лес. Не, ну он падлы-то сраные! Кидай меня сразу на ловушку. Ага-га-га.
пиздец. Да потому что у меня одна жизнь всего-навсего, блядь. Блядь, напоролся на ловушку. Серьезно? Вот чёки, опять? А вот чё мне на этот раз использовать? Даже, блядь, не знаю. Пускай будут взрывные враги, я не знаю. Вряд ли мне это поможет, конечно, но... Попробуем. Потому что, смотрите, если я выбираю падать, а тогда да, заменяется эта херня. Только одно из двух можно. Если я с этим читом не пройду, тогда... Буду тупо расстреливать всех, не насрать на всех, а похуй. Просто подальше от ловушек выйти, все. Взрывные враги тем крутые, что они могут убить других своим взрывом. Ну и вас они тоже могут убить, естественно. Главного героя. Ну, блядь! Нет, опять! Фух, повезло. Беги! Фух. Роботы как бы и так должны взрываться, но... Пидор! Взял, сука, все-таки.
естественно, ранила меня, блядь. Ты слышь? Да все, идем дальше, неужели? Да блядь, вы что, издеваетесь надо мной? Жизнь-ка! Ой-ой. Ну это босс из первой части первого уровня. Нет, правильно сказать, первого уровня первой части. Сейчас будет босс! Вау! Ну, босс боксер. Неудивительно, да? Да блин. Да ладно. Ну да, мы прямиком идем к по третьей части, типа. Ладно, надо добить ее все равно. Да блин, задолбал ты меня. Еще жестко заработал, круто. Угу. Да блин, пиво. Вот здесь можно было бы машину вызвать за другого. За любого другого. Ну, персонажа вот за Элли, Эша и Рудру можно
свои силы вызывать, это вообще круто. Магические силы. Вот этого чувака с бутылкой я вообще ненавижу больше всего, потому что он сука будет читить. Вот. Прям по тебе будет специально это делать. Ну чё, его даже трогать нельзя. Угу. Еще будет отбиваться. Пьянь. Хорош бухать. Хер у тебя получится побухать, чувак. Все, сдохнет. Только должен быть звон бутылки разбитый, но... Не судьба. Ты тихо! Блин. Кто там что пишет? Ладно, возьму курицу, а то иначе заберут, блин. Ага. Угу. Ты чё охуел? Ну ты пидор. Вас, тут ты тихо. Это четко все-таки получилось. Да, и четко получил пиздюлей в конце. Зато продвинулся вот дальше. И 7725 получил. Что у нас там в банке? Сколько у нас денег? 94 038. Вот мы их никуда не потратим, это просто как это приятный бонус, что мы типа зарабатываем. Мы правда ни на что не потратим в итоге в этой игре больше. Вроде как. Так. А тут нельзя вызывать машину, зато чуваки со сверхспособностями могут тут разгуляться. Точнее, чуихи и один чувак, пидор. Тут типа священное место, поэтому не вызовется здесь ни машина, ни вертолет.
Даже от взрыва, сука, уклонился. Да ты отъебись, блядь, уёбок! Вот уёбки-то, всё! Потратили мой конт. Если у меня рудра может ушатать еще, блин, это вообще жопа! Ну чё, тупо всех расстреливаю, вот что я делать буду сейчас. Рунь-то весьма длинный, я бы сказал. Да, блядь, как меня, блядь! Уничтожу сейчас, блядь, сука, тебя, блядь! Нет, дальше, 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 дальше. Я уже здесь. Тупо всех расстреливаем, поебать, на всех и все. Блять, ладно.
все, босс! Объебос! Ладно, шучу. Настоящая. Вот так. Все, финальный уровень сейчас будет. Если бы я сейчас стримил, я бы вам задал вопрос. Или не вам, а одному человеку. Короче, если бы я с кем-то этот видос записывал, я бы тогда спросил, типа... Что мне сделать, обезвредить бомбу или не обезвредить? Кстати, я проспорил. Хотя кому какая разница? Похер, я всех расстреливал тупо и всё. Ой-ой. Еще жизнь-ка. Да блин. О нет! Остановил меня, падла. Кидать их нельзя, понятно. Thank you.
Этих, а вот этих вроде можно кидать. Но это не точно. Ну суки. Похер, тупо расстрел. Нет времени. То мне жизни как не хватит, и чтобы сохранить эту сумму. И нахер она нужна, ну для красоты так. Чисто. Нахуй иди. Жирный пидорас. А, блядь, надо отстрегаться от взрывов. Надо просто в кучу кидать и все. Опа. На, ты сука, иди в жопу, пидорас. Не, иди в жопу. Как чистая хуйня. Все. Типа финальный босс это тот, за кого я играю, но хрен-то там. Да все очень далеко, но у меня остался еще один сюрприз. Терминатор нахрен.
Здание бомбы 953. Ну, чуваки, там вначале было обрезано, типа, этот мистер Икс не настоящий и так далее. Кто насчет отсюда взрыва моей смерти? Тут бомба. И вот, я бы задал вопрос, обезвредить мне ее или просто тупо бежать нахрен? А вот хрен там, возьму и не буду обезвреживать бомбу. По-моему, второе. Нет. Их кидать нельзя, ну конечно. Третья. О, третья. Да ладно, я обезврежу бомбу. Да вы что, серьезно? Ну ладно. Придется обезвредить бомбу. Ладно. Я хоть и не хотел, но пришлось. Просто обычно на втором этаже карточка. Значит, надо будет наоборот зайти на третий за ней, то есть на второй. Блять, четвертый. Первый. Так, первый это выход, второй. На третий все правильно. Блять, тут запутано все. Да сдохни, пидор! А карточка тогда где? В первой комнате этого этажа или чё? Нет. На втором этаже она. На третьем. Попробуй третью две выбрать. Нет. Это ошибка. Почему вот меня дёргают, когда я прыгаю, а когда они прыгают, хер там? Чё за несправедливость такая?
вторую. Неужели? Все. Нет! Все, выход. Шива, чё, где Икс? Он прямо передо мной. Но ты думаешь, что я так просто выдумал местоположение? Да до следующей акции за это ты умрёшь. Поступил вас целям, не насрать. Честно, нечестно. Все, иди в жопу. Как бы мы обезвредили бомбу и... Все нормально. Но! Мистер Икс все еще жив, попробуйте другой путь. А все так заработал, сука, блядь, 5975. Как несправедливо, чуваки. Но я играл с щитами все-таки, прежде всего. Лучшие моменты с 7 и 8. 7-8 уровня. В принципе, я прошел игру и можно уже отключить эти щиты все.